Знать в детском саду 5 языков невозможно. Так мне казалось до встречи с Максом Уколовым. Добро пожаловать в зоопарк с интернациональным экскурсоводом Максимом Уколовым. He has a super speed tongue to catch his prey, and it's very sticky, like this. Wie viel Augen haben Sie? 6 Augen. 6 Augen. Und aber gibt es Spinnen, die haben nur 4. Okay. Solo comen plantas y no pueden hacer nada para los hombres. 那这么可爱的熊猫，它住在哪里，你知道吗？ 它住在中国的四川。 哇，你好棒呀！ Hello, my китайский, английский, немецкий, испанский, французский и русский. Мне вообще было 4, я уже их выучил. Я в его возрасте тоже учил языки. 2. Русский и украинский. Видимо, современное поколение детей как следующее поколение мобильных телефонов. То есть я был версией Max 2, а эта версия Max 5. И дальше все будет только круче, если найдутся талантливые разработчики. Я 30 лет назад написал первую работу в институте по раннему развитию детей. И когда Ирина забеременела Максимом, я уже примерно знал, что делать для того, чтобы учить Максима максимально эффективно. Языки с 2 месяцев, английский подключили в 3 месяца, французский, испанский. То есть вот тогда полугода мы подключили 4 языка, да, китайский у нас чуть позже был. Приходил учитель на час каждый день к нам и просто играл и разговаривал с маленьким ребенком, да, вот он... лежит в люлечке. Вот он ему читает сказочки, поет песенки. Когда Максиму исполнилось 3 года, его родители открыли для него и других детей свой детский сад в Московской области, где никто никого не учит, но все дети ученые. Изучение языков – это не самоцель, это средство для развития ребенка. Главное в этом вопросе, значит, ребенок не должен учиться. Он должен жить повседневной жизнью. Повседневная жизнь ребенка – это игра. Поэтому все, что делают учителя, если они правильно учат, они просто играют с ребенком. Макс добрый. Такой добрый. Вообще, у него человеческие качества гораздо большие, чем вы видите языки и все остальное. Да и вообще главное вырастить хорошего человека. Большинство людей слабо помнит, что с ними было в 3 года. У самых маленьких участников проекта «Лучше всех» память об этом возрасте сохранится на всю жизнь. У нас все зависит.